Здравствуйте, коллеги. ProDexpo 2021 снова на связи. И рядом со мной спикер, которого вы уже могли видеть. Хочу отметить, что это был первый спикер нашего пресс-центра в самый первый день выставки. И если он стоит с кубками, значит, выставка все-таки прошла успешно. Давайте еще раз для наших зрителей с вами познакомимся. Скажите, как вас зовут и какую компанию представляете? Гердоклебов Станислав Власович. Я директор по развитию ООО «Вита». Ну и, как вы видите, награды нашли своих героев. И здесь два кубка. Один, значит, кубок достижения в импортозамещении. Мы стали первой компанией, которая, так сказать, превзошла по объемам поставки импортозамещение конкретно по лапше рисовой. Вот. И по, значит, получили золотую звезду. Значит, здесь написано так. Значит, золотая звезда за спаржу соевую сухую. То есть сейчас все рестораны и дома могут спаржу, так сказать, получать не из Южной Кореи, а конкретно из России, из Омска. Вот, поэтому награды об этом свидетельствуют. И я рад тому, что предоставлена возможность мне, и опять рад вас видеть здесь, с вашим вопросом, правильно заданным мне. Он меня вдохновил больше даже, чем когда я получал вот эти кубки. Поэтому, значит, рад тому, что вы проводите такую нужную кампанию. И я хочу отметить, что на 20-летие Retail.ru я в своей книге «Сотовая стратегия в экономике для губернатора России» добавил главу Retail.ru. Меня тогда Роман хвалил, говорит: Станислав Иванович, единственный, кто нам уже отдачу дает. Поэтому еще раз хочу показать дипломы, которые мы получили. Значит, диплом достижения в импортозамещении за фунчозу, лапшу бобовую и золотая звезда Вита, значит, за спаржу соевую сухую. Вот на этом, наверное, закончить хотел бы свое, так сказать, недолгое интервью. Но ждите, в следующем году мы прибудем снова. С удовольствием, надеюсь, вы опять будете самым первым спикером, а потом уже в последний день выставки опять будете красоваться с прекрасными наградами, по достоинству оцененными нашим жюри. Спасибо большое. Спасибо большое за участие. Спасибо.